Морозов на Ли. Ли вдоль борта. А здесь шайба оказывается в воротах. Да, такой неожиданный очень гол получился. Барулин, конечно, негодует. Но это да, это несчастье для вратаря, такие голы. Это Олег Ли с отрицательного угла забил. Как мы видим, вмещается он в угол. И вот так вот с отрицательного угла. Это 61 остается у американцев на спасение.